Шанс повторить успех фильмов «Титаник» и «Властелин колец. Возвращение короля», которые в свое время собрали 11 статуэток, в этом году есть у ленты «La La Land». Она представлена в 14 номинациях. Две недели назад этот фильм уже забрал 7 золотых глобусов. Лента рассказывает о любви молодого музыканта и начинающей актрисы. Кейси Аффлек представлен в номинации «Лучший актер». Киноакадемия отметила его работу в фильме «Манчестер у моря» о сложных отношениях мужчины и подростка, оказавшегося под его опекой. Трехкратная обладательница «Оскара» Мэрил Стрип снова поборется за статуэтку. Фильм «Флоренс Фостер Дженкинс», где Стрип играет главную роль, это история преодоления себя. История о женщине, которая мечтает покорить сцену. В категории «Лучший фильм на иностранном языке» представлены работы немецкого, австралийского, иранского, шведского и датского режиссеров. Обладатели заветной статуэтки станут известны 26 февраля.